Джентльмены, 100 лет назад мой дед основал этот завод оружия. Вот юбиляр, первый пистолет фирмы Пирсон. Друзья мои, ведь профессиональный союз всегда вместе с вами. Леди и джентльмены, гусиное перо уступило место Паркеру, фургон автомобилю Форда. Холодильник General Motors заменил погреб. Все течет, все меняется. И этот почтенный юбиляр выглядит сегодня... Леди и джентльмены, деньги, и только деньги. Да. Леди и джентльмены. Вот стоит Майкл Чейз. Здесь начал работать его дед. Здесь работал его отец. Но они были только рабочие Пирсон, и больше ничего. А кто такой Майк Чейз? Он не только рабочий. Он акционер компании Пирсон. Майкл Чейз – владелец акции. Майкл Чейз – совладелец предприятия. Майкл Чейз участвует в доходах. Леди и джентльмены, деньги, и только деньги. Делает человека свободным и независимым. Мы вступили в золотую эру народного капитализма. Эру процветания. Мистер Чейз, желаю удачи. Рассрочку, все в кредит.
покупайте сигары нашей фирмы. Курите наш табак, и вы будете супермен. Дженни! Вечно бастует. У станков должны стоять автоматы без сердца и мозга. Очень тонко замечено, сэр. Каждый делает, что хочет. У нас полная свобода. Кроме того, для личных услуг рекомендую новую модель. УС. Универсальный секретарь, сэр. А также в испанском стиле, в русском, по эскизам известного художника, копия Венеры Милосской, мисс Чикаго. Скажите, а между ними ничего не может быть такого? Вы меня поняли? Исключено, сэр. Стерильные существа. Машины. Отсутствие мозга, сердца, души, совести, сэр. Без сердца и мозга, без души и желудка, без чувств и мыслей. Вот мой идеал рабочий. Человечество вступило в великую эпоху автоматизации. Уволено 2000 рабочих, среди них акционеры Майкл Чейз. Сколько акций? Одна. На улицу! Thank you.
рассрочку, все в кредит, все в рассрочку, все в кредит. Майкл Чейз! Мистер Пирсон, я хотел с вами поговорить как акционер с акционером. Мистер Чейз? Да, это я. Мистер Чейз, у вас есть акция. Это больше, чем деньги. Это символ. Это больше, чем символ. Это шанс. Не теряйте надежды. Шагайте вперед. Перед вами большая дорога. Thank you.
бирже! Пирсон играет на понижение! Пирсон играет на понижение! Разорены тысячи мелких владельцев акций! Паника на бирже! Майкл Чейз – обладатель акций. Майкл Чейз – совладелец предприятия. Майкл Чейз участвует в доходах. А деньги? Что это? Акции. Акции. Мы ведем передачу с главного конвейера завода Пирсона. Вы видите автоматы нашей фирмы. Они работают круглые сутки без перерыва. Им не нужна ни пища, ни семья, ни квартира. Принимаем заказы от промышленников и фермеров. Что может стоить такой скелетик? Так, так, так. Объем груди 6000. Рост 187. $15 и 65% износа. Итого $4.25. Какой износ? Мне 27 лет! В чем дело? Приносите завтра товар, получите разницу. Газета ежедневная, ура! Пирсон пятый праздный день рождения своей собаки! Пирсона! Божество в доме Пирсона! Вот, Марианна, это все, что осталось от нашего скелета. Победитель получает $10,000! Thank you.
нет жены, нет детей. Мне нечего терять. Деньги пополам. Идет? Первый приз 10 тысяч долларов. Основные претенденты – черный консул и Белоснежка. Гонщик Джексон, на старт. На консула. Мистер Чейз, мы заплатили деньги за целый скелет. Что же вы теперь предлагаете? Обломки костей, да? У меня есть акция. Возьмите ее. Какая акция? Что она стоит?